4 пары близнецов за сутки. В Мангистауском областном перинатальном центре мать и дитя все чаще стали рождаться близнецы. На этот раз за день на свет появились 6 мальчиков и 2 девочки. Вес самого маленького ребенка 1950 граммов, а самого крупного 3150. Все женщины забеременели без помощи ЭКО, роды были естественными. Возраст роженец от 23 до 37 лет. В прошлом году в этом центре родились 169 близнецов и 3 тройни. В этом году уже 25 двоен. Мне 19 лет, это мои первые роды. У меня 2 мальчика. На 3-м месяце, когда была на УЗИ, узнали, что будет 2 ребенка. Не поверили. Сходили на УЗИ еще раз и подтвердилось. В моем роду не было близнецов, а вот со стороны мужа есть. Мы уже дали им имена. Наша область последние 5-6 лет является лидерами по рождаемости. В прошлом году, если только в нашем в одном центре родилось 8008 детей, то в этом году за неполных 2 месяца родилось уже 1200 детей.